Наблюдать за северной природой всегда интересно. И зимой, и летом у заполярных сопок, лесов и озер свой неповторимый облик. Не бывает двух одинаковых зим, всегда разные весна, лето и осень. А тот, кто умеет замечать эти различия, открывает для себя всякий раз что-то новое. В Лапландском заповеднике уже вовсю готовятся к туристическому сезону, строят для гостей тропу-кругосветку. Пройдет она вдоль озера и по горе. Работа очень сложная, даже пришлось задействовать вертолет. Впрочем, обо всем по порядку. Сегодня тишину над заповедным Чунозером нарушает шум вертолета. Вот так вот с помощью этой машины перевозят доски, которые будут использоваться для тропы кругосветки. И попадут они прямо отсюда и сразу на гору Чунатундра. Тропа кругосветка станет самым протяженным маршрутом в Лапландском заповеднике. 15 километров вдоль Чунозера и дальше в гору, туда, где от простора и красоты захватывает дух. Главная цель заповедника – сохранение северной природы. А потому и туризм тоже должен быть дружелюбным к окружающей среде. Чтобы избежать вытаптывания растений, ягельников, по маршруту прокладывают деревянный настил. По нему и гостям ходить будет легче. Протяженность участка на горе по безлесной тундре составит 4 километра. Но как доставить более сотни тонн стройматериалов на высоту в 500 метров над уровнем моря? Подъем туда сложный в любое время года. На помощь позвали вертолетчик. Чтобы забрать груз, вертолет зависает над Чунозером. Лед хоть и толстый, больше метра, но садится очень рискованно. Поток воздуха от лопасти чувствуется в паре десятков метров. А стропольщики прямо под брюхом машины крепят груз. За один раз вертолет уносит 2 тонны материалов на подвесе. Самый длинный маршрут Лапландского заповедника обязательно станет и самым интересным. Он даст возможность гостям многое увидеть, подарит массу незабываемых впечатлений, интересных встреч с птицами и животными. Новые виды, новые панорамы можно будет посмотреть. Вот с этой горы Чунатундра открывается вид на южную часть заповедника, Чунозеро, южные отроги Чунатундры. Можно посмотреть там, мы планируем поставить большой бинокль, чтобы можно было эти панорамы и увидеть повысить возможность диких северных оленей. Вот сейчас рядышком здесь недалеко бродят стадо важенок, они уже перед отелом. В этом году снега в лесу очень много, и поэтому важенки поднялись уже в тундру. В конце зимы важенки, оленихи, поджидают появление телят. Им необходим обильный корм, а ягель легче всего добыть из-под снега именно в тундре. На вершинах гор ягельники большие, снег не такой глубокий, как в лесу. Там сильный ветер просто сдувает часть снежного покрова. А потому и кормиться намного легче. Нас любезно пригласили тоже отправиться туда, на самый верх. Добраться можно только снегоходом. Едем через лес, уворачиваемся от веток, балансируем на узких тропах. По дороге остановились в интересном месте – у каменного разлома горы Ельнюн. Даже сойти со снегохода довольно сложно, тут же оказываешься по пояс в снегу. А что здесь вот такое интересное, Сергей Владимирович, расскажите? А это мы думаем, что следы древних землетрясений. Здесь произошел слом вот этой части склона Ельнюна второго. И поэтому образовались вот такие вот каменные стенки большие. И поэтому они вот вдоль как раз стянутся этого. Мы здесь планируем вдоль них проложить тропу. Виды и вправду сказочные, а еще то тут, то там встречаются следы животных. Куропатки, лисы, зайцы, олени – вся жизнь заполярного леса зимой на снегу. Словно сама природа пишет эту летопись на белоснежных страницах. Недаром в названиях горы, ручья, озера так часто встречается слово «ель» – «жизнь» в переводе с саамского. Это места жизни. Вот это, самое недаром назвали вот это вся вот южная часть получается Чунатундры и подножие. Здесь это вот такое место очень благодатное, наверное. Да. Ну, современные искатели приключений всего называют места силы. Продолжаем путь, забираемся все выше, лес сменяется тундрой. Здесь практически нет деревьев. Тундра завораживает и зимой, и летом. Огромное открытое пространство. Именно здесь так чувствуется мощь и величие природы. Хочется стать птицей, расправить крылья и взмыть ввысь. Катимся по насту, а это коварная дорога. Одно неверное движение, и мы застряли. Пришлось нам с Марией Каримовой откапывать снегоход. На выручку примчался и Сергей Владимирович Шестаков. Было непросто, но закончилось все хорошо. Все, операция по спасению удалась.
Сейчас мы почти на самой вершине горы Чунатундра. Добирались мы сюда около часа. По снегу довольно тяжело летом и по тропе. Это будет классно, здорово. А главное, что вот этот вид стоит усилий. Вид открывается на десятки километров вокруг, словно на ладони Чунозера. Видны горы Ельнюн 1 и 2. Летом в полярный день здесь планируют проводить и ночные экскурсии, чтобы можно было насладиться лапландским полуночным солнцем. С этой вершины даже хибины видны вон там, вдалеке. Тем временем снова подлетает вертолет, зависает. Встречает его уже другая команда и снимает груз. И так раз за разом целый день. Еще 2 тонны материала для кругосветки доставлены, а нам пора в обратный путь. По тундре, по крутым склонам, где на спусках перехватывает дыхание, и повсюду видны следы важенок, диких северных оленей. И снова через лес на берег Чунозера, где дружная команда продолжает работу. И это на самом деле трудоемкий проект. Ведь даже доставка груза от въезда в заповедник до берега стала особой операцией. Возили доски на снегоходе с волокушей, иначе просто невозможно снег озера по пояс. Порядка, наверное, ходок 300, наверное, было сделано за 1,5 недели у нас. Вывезено 6 фур с лесом. И получилось 59 пачек у нас, по 2 тонны каждая. Прокладывать горную часть кругосветки планируют уже летом, когда сойдет снег. Сотрудники заповедника очень надеются на помощь волонтеров. Часть маршрута уже построена в прежние годы руками добровольцев комбината «Добра». И в этом году часть тропы, что идет вдоль берега Чунозера, планируют соединить с горной частью, чтобы невероятные красоты и просторы можно было скорее увидеть.